Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать в игрушку под названием City Car Driving. И сегодня мы будем играть с рулем и еще вдобавок в VR-шлеме. Я, кстати, такого еще не делал, это будет впервые, поэтому, ребят, я надеюсь на вашу поддержку в виде лайка. И, блин, черт возьми, играть в эту игру, в принципе, с рулем довольно реалистично, довольно интересно и круто, а тут еще и в виртуальной реальности, и, честно, мне пока максимально непривычно. Короче, сижу я в двенашке на шестнаре, я решил начать с малого, пацаны, потому что, ну, как бы, типа, потом, может быть, да, попозже мы попробуем там более быстрые тачки, шашки, все дела. Вообще, мне кажется, что было бы неплохо. Так, ну-ка, давайте я попробую хоть поехать. Так, отлично, все нормально, уже тронулся, уже хорошо. Бля, что-то мне пока... реально непривычно. Не знаю, почему-то у вас это Corso. Вот я играл с, тоже с рулем и виртуальной реальности. Это было как-то попроще. Не знаю почему, чем это обусловлено. Ребят, мне кажется, что обязательно мне нужно отправиться вон на ту площадку в ближайшее время. Вот пишите в комментариях, хотели ли бы вы, чтобы я сдал на права в City Car Driving с рулем и в шлеме. Потому что с рулем я уже сдавал. И то, по-моему, не до конца. Так, а что у нас не отображается, да, КПП? Ну, короче, я думаю, будет показывать, какая у меня передача. Ребят, я тут еле-еле запустил, я вообще-то какое-то время не запускался вообще со шлемом и с рулем. Вот сегодня вроде все работает, вроде все заебись. Бля, что-то как-то вообще волнительно, я не знаю почему. Так, ладно, ребят, давайте максимально реалистично, потому что сейчас хочется реально сначала привыкнуть. Не, вроде двенашка... А, да, кстати, вот это, я не знаю, что это за ебала в торпеде. Почему у меня здесь кусок GPS-навигатора какого-то, я не знаю, какого-то телевизора, айпада висит, просто застрял в... Фу, бля, в шлеме, в торпеде. Я не знаю, по-моему, кстати, подождите, а вы его видите? Вы его... А, вы его не видите? Вы его не видите? Я, короче, вижу, у меня... Что? Что за херня? Короче, у меня вот здесь в торпеде застрял GPS-навигатор, пацаны. Прям вот в шлеме я это вижу, а на экране я этого не вижу. Я не знаю, почему он здесь, зачем вообще. Он прям вот застрявший наполовину здесь находится. Ну ладно, если вы его не видите, это хорошо. Так, ну что, выезжаем в город потихонечку. Вот это удобно, реально, потому что... Так, все, проскакиваю, Элька там едет, третья. Так, все, мой первый день, ребят, мой первый день за рулем. Что-то как-то деревья плывут. Ну, качество, честно говоря, не очень. Я не знаю, как на экране вам это видно. Наверное, самый большой минус смотреть какие-либо видосы в VR, вот именно на YouTube смотреть. Ну, я имею в виду записанные мной, допустим, я играю в VR и записываю, что происходит на экране, то что... Хуя себе, ты чё, подожди, дядя, блядь, ты... блядь, стрёмно нахуй, он чё, вообще нормальный, блядь? Пиздец, я сиранул. Это как-то, знаете, ну как бы, когда просто на экране это видишь, когда там чуваки выезжают на встречку, это одно. А здесь, блядь, реально стремноватенько. Блин, жалко, в Beam Engine Drive нельзя поиграть. Вот реально, с VR это был бы вообще пиздец. Это был бы кайф. Но, к сожалению, пока нет поддержки. И как бы там как-то, да даже, по-моему, как-то нельзя запустить. Там один ролик всего лишь на Ютубе гуляет, где чувак играет в VR, и то непонятно, как он это сделал. Ребят, так вот, я не договорил. Самое, наверное, такое неприятное, это то, что дергано, да? Но я стараюсь головой сильно не мотать, да и в целом вроде норм смотрится. Не знаю, может, City Car Driving... Да нет, должно быть тоже все хорошо. Так, вторая. Я чисто, пацаны, изи сегодня по катушке устраиваю, потому что сейчас гонять... Что-то как-то я прям реально погру... Ну, куда ты идешь, а? Би-би, бля, где... Там, блядь, это дальний. Во, все нормально. Что-то прям это, очень реалистично, но графон у меня не очень. Я прям вижу пиксели, конечно, но... В принципе, ладно, нормально. Так, на третий въезжаем в город куда-то. Слушайте, ну так в целом неплохо. Тихо. В целом все выглядит довольно-таки приятненько. Я вроде сижу, вот как должен сидеть, все аккуратненько. Ладно, давайте чуть ускоримся. Третья. Так, третья, подсечечку, четвертая. Ой, он встал, да? Блин, немножко у меня, конечно, поддергивается, я не знаю. Мне кажется, очкам не хватает кадров в секунду, чтобы нормально. У меня деревья лагают как-то. Ну ладно, скоро наступит будущее, будут такие очки. Хотя вот, наверное, Valve Index, они вообще идеальны во всем. Ну, блядь, они стоят дохуя, видите, в моем... Да, кстати, друзья, многие просили хорроры. Блядь, ты чё, блядь, чуть бампер мой не подса... Чё за психи ездят, я не понимаю. Я и так тут... Бля, какое-то дергающееся изображение. Я надеюсь, друзья, вам видно нормально. В любом случае, если даже вы видите какие-то вот такие вот штуки, это у меня тоже. Бля, что-то как-то... Что происходит? Там нормально все точно? Бля, сколько там FPS? 25? Это нормально, да? Че, пацаны, City Car Driving VR не тянет, мне кажется... Я тоже вижу где-то 25 кадров. Я не понимаю, почему такая херня. У меня как бы всегда City Car Driving шел вообще на отлично. Че там, реально? Прям сильно подтормаживает? Ребят, ну, по крайней мере, я вижу то же самое, что и вы. Только не знаю, нормально это или нет. На самом деле, в City Car Driving тоже почему-то мало видосов с VR. Типа,
Блять, я не понимаю, что вы делаете все, таксисты, блять, эти самые маршрутчики. О, смотрите, реально это из-за трафика, походу. Не, на права мы в любом случае с вами сдадим. Что-то видите, где поток начинается, VR. Видимо, совместимость тоже не очень хорошая. Не знаю, вот видите, вот сейчас вот какие-то прям, ну, неприятненько. Мне-то тем более в шлеме находясь. Во, видите, а тачек поменьше, и все становится глаже. Ну-ка, вот сейчас у вас как там видно? Во, да, вот сейчас нормально. Короче, не знаю, ребята, это какая-то херня касаемо именно шлема и игры. Ну, City Car Driving всегда был, так скажем, в свое время вообще далеко не самой оптимизированной игрой. Я вообще удивлен, что он официально поддерживает VR. Ну, как мы видим, наверное, только с помощью, ну, типа не с помощью, а только в каких-нибудь, в какой-нибудь сдаче экзамена будет кайфово. Видите, я выезжаю в город, начинается какой-то пиздец непонятный. А может быть, это местами где-то. Не, на самом деле кайфово. Так вот, друзья, не договорил. А, к сожалению, там вот... Ух ты, блядь. Че, не хочешь на двенашечке прокатиться? Она у меня вообще катанная должна быть. Я уж не могу вам ее показать. А может, могу, если... Бля, тут ничего нет у меня. Короче, пацаны... О, я вижу зону свою игровую. Она мне показывает, что сюда мне уже нельзя. Тут у меня занавеска. Так вот, она, короче, черная, катанная. Ну, короче, как надо, на шестнаре. Ух ты, бля. Первая с буксом. Ну-ка, вторая с хрустом пойдет. Да, блядь. Хорошо. Так, ну ладно, попробуем немножко погонять. А что, просто так, что ли, играю в City Car? Нет, на права, пацаны, надо будет сдать. Так, блядь, что-то такое ощущение, реально, как будто сам хуячу по городу. Я вам отвечаю, даже несмотря на то, что иногда подлагивает, иногда... Нифига себе. Близко. Вот это тут вообще кайфовое расстояние, конечно. Так, ну-ка, прохожу по перекресток, вообще на похуй. Так, где у меня там какие... Тихо, куда едешь? Бля, весьма реалистично, я говорю, если бы не подлагивание, если бы не такое качество, по крайней мере, которое я вижу. Да, чем больше машин, тем меньше FPS, я так понимаю. Странная хуйня, на пятой иду, мне кажется, я разъебусь, блядь. Опасно. Не, ну весьма реалистично, очень даже. Так, тихо, бордюр. Врулился на какую-то пар... Чуть икса не задел, блядь. Какую-то парковку заехал, так, ладно, давайте отсюда выезжать. Но на лицензию я хотел бы сдать, серьезно, это будет реально смешно, мне кажется. Это будет реально угарно. Так, прохожу на второй аккуратненько. Короче, чисто по катушке, блядь, по району, чисто по кайфу, блядь, на двенашечке раздаю. Так, третья. Ага, сейчас. Давайте налево где-нибудь повернем, он опять подлагивает. Так, тут кто-то кому-то уступает. Да какая разница, блядь, на двенашечке. Так, тихо, прошу прощения. Все нормально, так. Ух ты, блядь, с хрустом. Ага, третья, так, вот только направо, по-моему, да? Слушайте, а давайте тихонечко, пока никто не видит. Вот здесь аккуратненько. Небольшая такая, знаете. Опа. Небольшое такое нарушение, чисто, бля, по-одностороннему. Против шерсти. Так, здесь направо пойду. Воу-воу-воу, тихо. Главное, у меня главное, все нормально. Просто рассекаю по району, пацаны. Не, шашки, в принципе, не знаю, от чего реально зависит. У меня такое ощущение, что чем больше машин, тем сильнее эти подфризивания. Непонятно, правда, почему. Так, уверенно. Не, так, знаете, чувствуется, конечно. Больше вот, углубляешься, нежели когда смотришь в экран и играешь с рулем. Тут прям... Тихо. Аккуратно! Аккуратно, блядь. Так, а у нас там дворы, что ли? Так, ладно, тогда подожди, назад. Ни разу не уебался, кстати. Было несколько ситуаций, но ни разу не уебался. Фух, немножко голова подкруживается. Так, нормально. Все, поехали. Так, вторая. Все, нормуль. Врываемся в город дальше, пацаны. Так, я надеюсь, там все записывается нормально. Блин, я надеюсь, у вас... Ну, блин, у меня, конечно, подлагивает пиздец. И в очках это смотрится прям так через стречку. Ой-ой-ой, аккуратно. Фух. У меня аж текстуры размазывает. Я не знаю, почему такая херня. О-о-о, вот тут прям нормально зафри... Вот тут прям фризит, пацаны. Не, короче, это хуйня. Я не знаю. Именно поэтому, наверное, я особо... Что там с геликом случилось? Тут вообще дергается все реально. Вообще все дергается, нереально даже играть мне. Я сейчас, блядь, с ума сойду в этом шлеме с такими лагами. Короче, именно поэтому, походу, нет особо там видосов, где чуваки шахматят в VR-шлеме. В основном это просто делают на руле. Так что, ребят, City Car Driving, не знаю, походу, он как-то не очень оптимизирован. Во, вот сейчас нормуль, вот сейчас становится хорошо. Вот прям сейчас заебись. Прям сейчас нормуль. Вот видите, когда нету именно тачек, которые ездят, все заебись. Вот сейчас плавненько вообще, и у вас, надеюсь, тоже. Короче, на площадке мы должны это сдать, ребят. Мы должны сдать площадку, потому что это будет реально смешно. Смогу ли я чувствовать габариты в VR? Но в целом, не, мне тоже понравилось, как сегодня. Вот если не обращать внимания... Давайте я хоть попробую куда-нибудь уебаться, а то я даже как-то обидно никуда не въебался ни раз даже. Так, третья.
А, так вот, я не договорил же, да, насчет этого, прошу прощения, насчет Valve Index. Почему в том числе я не рассматривал даже этот шлем себе? Потому что он рассчитан как раз-таки на игры, где есть пространство. Видите, у меня, к сожалению, очень маленькая комната, очень мало пространства, здесь куча всего, и поэтому не судьба. Мне не поиграть ни в какие игры, где нужно ходить особо, видите, я пробовал там играть в Суперход, ну, как бы более-менее, а там в основном всяких... В хоррорах нужно прям пространство, и как бы от этого теряется, ой, как лагает, теряется смысл Valve Index и в целом, да, каких-то других шлемов, и, к сожалению, тоже игры не во все поиграть. Вообще, если есть какой-нибудь хоррор, блядь, надо найти, я думаю, что я найду что-нибудь, что-нибудь будет из хорроров. Так, вот, я так и не уебался, я не понимаю, давайте я прям включу режим псих, бля, тут не проехать. Ну-ка, подождите-ка. Ха-ха, ебать, ой, тихо-тихо-тихо, ничего не задел. Бля, вот на руле я бы не рискнул, наверное. Че, нормально? Нормально, прохожу по зеркалам. Так, выворачиваю. Ебать, просто по пешеходной. Прохожу, прохожу. Вообще нормуль, блядь. Вообще нормуль, пацаны. Так, вторая. Так, 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 так. Более что-то такое нас... Понял. Ёбаный пиздец, ебать, мне аж хотелось вот так клюнуть, блядь. Ууу, не прошел. Думал, пройду, но надо было в жопу, блядь, бить этого десятку, которая встала, да и все. Хотя один хер виноват был бы. Надо было ML купить в лоб. Потому что она выскочила, блядь, хуй пойми, зачем вообще. Не понимаю, вот это вот, как бы, внештатные ситуации, таких, как бы, ну, реально, я не знаю, чтоб в жизни я таких встречал, когда чувак просто-напросто выезжает на встречку, потом обратно такой заезжает, какой-то, как ни в чем не бывало. Так, пизда. Блядь! Фуф! Объехал, объехал, пацаны, объехал, нормально, на опыте, на опыте. Так, это опять ебаная парковка. Зачем эту локацию вообще взял? Хотя, с другой стороны, наверное, если бы сейчас был... На трассе там бы вообще лагало. Бля, чешется щека, не почесать ее даже никак. Так, ладно, опа. Пошел, уверенно, нормально, все. В отсечку третья. Так, захожу, ну-ка, врулюсь, врулюсь, врулюсь. По бордю. Ух ты, бля, жопу закинуло. О, блядь, мусора, что ли, блядь. Так, хорошо, прошел. Ой-ой-ой, блядь, чуть бочину мне не въебался. Там, по-моему, мусора за мной. Не вижу заднее зеркало, блядь. Заднее зеркало не видно, так, какую передачу, третью. Направо. Блять, не тянет нихуя. Вторая. Давай, давай, блядь. Слева обхожу. Так, походу мусора за мной, пацаны. Не знаю, не вижу. Не, мусоров нет. Нормально. Так. Блять, близко. Что-то руль колбасит, блядь, почему-то в VR. Такого, бля, как же лагает, пизда. Вторая. А-а-а! Ебать, я же... Нихуя себе. Вот это лада, блядь, пацаны. Я сам за собой оказался. Чисто телепортировался, блядь, на заднее место. Нормально, чё. От удара. Блядь, этот iPad, который у меня здесь торчит, хорошо, что вы его не видите. Он еще на полэкрана здесь торчит. Не, здесь лаги прям пиздец. Я не знаю, с чем это связано. Как завести шарманку-то, блядь? А, все, завел. Чек инжин горит. Все нормально. Не, аварии, честно говоря, я не представляю, что было бы в Бимке. Блин, надеюсь, не сильно лагает. Надеюсь, что не сильно. Потому что в Бимке... Я не знаю, как я сейчас прошел. В Бимке был бы пиздец. Я реально срался бы там устраивать аварии, потому что очень реалистично, когда куда-то... Опять ебаная парковка. Вот это нормально зарулил. Просто вообще как бы не тормозя так, а там дальше нету никуда проезда. Ну-ка, полицейский разворот попробуем. Задняя скорость. Блять, что-то как-то это... Не получилось, ладно, нормально и так. Главное, что никого не снес. Под кирпич, нормально, едем. Так, хорошо. Вхожу, нормально. Третья, да, третья, говорю. Ой! Блять! Как я не въебался-то, не понимаю! Бля, как же у меня это изображение просто плывет, чтобы вы понимали. Оно прям вот... Все, заебенил гелик. Всю бочину себе продрал. Так, ну-ка. Бля, что так руль дергается, не понимаю. На третьей иду в отсечке. Врулюсь? Не врулюсь уже. Все, тормози! Опять откинуло, блядь, сюда меня. Короче, оставлю жигу здесь, пацаны. Это, короче, ну, как бы такое, вот реально. Я не знаю, как это прокомментировать в целом, потому что... Ну, в целом прикольно. Я не знаю, почему были... Сейчас. Не знаю, почему были такие какие-то фризы небольшие. Это я думаю, что чисто уже что-то игра там мутит. Но, по крайней мере, я понял... Сейчас шлем положу на пол. О, подвесончик. О. Можно взглянуть на жигу. Подождите, а камеру вообще нельзя менять, да, получается, когда... Понял. Друзья, в общем, спасибо всем за просмотр. Все равно получилось, мне кажется, довольно фаново. Но я говорю, надо будет... Вот ставьте лайк, кто считает, что нужно срочно сдать на права площадку. Я думаю, это будет реально прикольно.
Огромное спасибо всем за просмотр. Пишите в комментариях, какие игры вы хотели бы в VR еще увидеть от меня. Но я говорю, самое основное, видите, мне нужно либо сидячие какие-то игры, потому что нет пространства, к сожалению. То есть вот как бы я хорошо, что ничего не разъебал, когда играл в Суперход и в Джоб Симулятор. Ну вот, блядь, к сожалению. Я знаю, что есть какие-то игры, где можно там телепортироваться с помощью этого вроде геймпада, одного из этих джойстиков. Вот. Короче, что-нибудь подобное. Ну и в целом гоночки, конечно. Гоночки наше все, как говорится. Так что, ребят, оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.